Лишь только лед сверкал в ее глазах, мужчины все под взглядом тем порабели. Она все больше злилась на их страх и так мечтала, чтоб ее согрели. Боялась возвращаться в пустой дом, воспоминания сгущали краски, а ведь когда-то жило счастье в нем, звучал веселый смех, кипели страсти. Одно мгновение, дальше лед в глазах, застывших слез, недокричавшей боли и фраза, что застыла на устах. Но почему? За что вы так со мною? Вы ж те, которых ближе нет, ведь я же душу настежь открывала. По сути так, банальненький сюжет. Муж и подруга, кому так доверяла, вчера сказали, ты же, как зима, колючий взгляд и холод в каждом слове. Не видно им то, как она сама устала мерзнуть и летать готова, как бабочка на свет, на огонек, но ведь любовь ей подпалила крылья. И нет того, кто дал бы сейчас глоток той жизни, что и станет былью. В ней в полумраке прошлого шаги, и, к счастью, кажется, закрыты двери, а что весна внутри на всех глядит, не попадался, кто бы дал поверить.